Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны, до мелочей продумывают каждое свое действие. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Звук «л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук «ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Всем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Зачастую обладатели этого имени делают акцент на доверии, верности, являются хорошими друзьями, отлично ладят с окружающими. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.